Привет, дорогие зрители, с вами Кот, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Sotserbhasics, как-то так она называется. Значит, это у нас что ли по типу симулятора футбола? Так, значит, у нас тут есть один игрок и два игрока. Ну погнали, один игрок, так. Значит, что ж, эту игрушку вроде выпускали на мобилке, я уже не помню, но что-то по типу такого было. Так, значит, за кого мы играем? Я так понимаю, за красного чувачка. Так, ну погнали. О, да, гол. Хорошо, так, ой, в смысле, давай, пинай. Молодец, Сардарь отбил. Так. Оу, стой. Так, все, мячик выпал. Так, давай. Давай, беги. Оп, давай. Все, почти забили гол, почти, да. О, нет, мячик, короче, пролетает мимо. Так, оп. Хорошо, давай, есть. Так, гол. Ты посмотри, как мы голы-то зарабатываем, хорошо. Так, оп. Есть, еще гол. Так, значит, пока что игрушка вроде легкая. О, уже регби, ничего себе. Так, спокуха, вот тут, я думал, у нас только один футбол будет, а тут еще и американский футбол. Круто, так, и опять у нас обычный футбол. Так, а че регби куда делось? Так. Стой, че ты стоишь? Стой. Подожди, все-таки за какого чувачка играю, я все-таки до конца не понимаю. Так, о, красные победили, ну хорошо. Так, погнали еще. А, или я за синего все-таки играю. Блин, я-то думал, мы за красных доиграем. Оказывается, мы за синего играем. Так, вот капец, я все перепутал. Да, в смысле гол. Так, ну все, сейчас буду сражаться в полную силу. Так, вот так, хорошо. В смысле ты так отбил? Все, блин, нет, мяч все-таки в пролете. Так, оп. Оп, давай. Ай, нет, давай, вратарь, ты там где? Ты чё, пьяный, что ли? Так, давай. Нет, мы всё-таки постараемся забить гол за синих. Давай, хоть один, но всё-таки, блин, чё за такие сильные-то игроки? Так, давай, вперед, хорошо. Так. Я все-таки не понимаю, за какого мы человечка-то играем. Я все-таки до конца этого понять не могу. Вроде либо за вратаря. За вратаря мы играем, стой. Подожди, вот, я кликаю на клавишу, и вратарь реагирует. Значит, все-таки мы сейчас за вратаря. Да, гол наконец забили. Так, хорошо. Хорошо, давай, вот так. Вратарь, ты что, опять спишь, капец. Так, о, вот этот мяч, я не помню, волейбол, что ли? Не, или это не совсем то. Так. Точно не скажу, как эта игра называется, но в нее играют на пляже, короче. Так, спокойно. Да ты чё гонишь? В смысле ты назад отскочил-то? Так, давай. Да ты, почему ты подлетел? И красные опять побеждают. Так, ладно, погнали еще. Так, давай, бах. Да, вот это круто. Пока что в сухую выиграли. Так. Но видишь, нам нужно еще гол, да ты чё? Или мы подожди? Да ну, подожди, нет, мы все-таки за синих играем, Так, спокойно. Давай, отбивай. Да что ты спишь? Оп. Так. Да, почти. Не смотри, как ворота это. В смысле, у нас что? У нас не регби. Так, давай. Давай. Да давай уже. Запинывает ты гребаный гол. В смысле, вратарь, ты почему на другую сторону красных перешел? В смысле, зачем ты на голове стоишь? Так не должно быть. Блин, что-то вратарь у нас ходит с ума, ребят. Вызывайте это, короче, как его, клиничку сейчас будем лечить вратаря. Хотя, стой, тут нету такого, так что давай попробуем все-таки забить гол. Да в смысле, нет, и опять гол. Так, давай. Да нет, это что за хрень такая происходит? Так, давай. Опа, давай. Вратарь не спит, да в смысле? Так, регби, давай. Ну все, сейчас за регби попытаемся выиграть. Да ты как, ворота бы побольше бы. О, да тут ворота все-таки меняются. Так, да в смысле ты прям головой этот мяч забил. И опять красный побежает. Так, ладно, давай последнюю попыточку. Надеюсь, мы сейчас сможем все-таки что-нибудь предпринять в таком месте. Так. Оу, нет. Проиграли. Так, стой, подожди. Нет, мы еще не проиграли. У нас только один гол. Давай. Я за вратаря. Давай. Ах ты. Давай.
Да в смысле, что с тобой не так? Почему-то опять мячик-то... Во! Ну почти же, почти. Можно было бы пинок получше сделать. Так, во, хорошо. Так, теперь регби. Давай. Я уже вроде как наловчился за эту всю тему. А, как бы я за двух чуваков играю. Все понятно. Все понятно, ребятки. Значит, кликая на эту клавишу, я играю прям двумя чуваками одновременно. Да ты чё, нет, иди нафиг. Оу, гол. Так. В смысле, у тебя, в смысле, головы нет? В смысле, нету головы, так. Это, что это, как бы нам хотели сделать хоррор, но не очень-то и получилось, да? Да, нет, давай, пинай, давай туда, гол, забей, 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 гол. Что с тобой происходит? Так. Давай, есть, гол, хорошо. Так, головы вернулись, так, опять гол. Черт. Так, ну давай, оп-оп-оп-оп-оп. Видишь, я как бы кликаю на эту клавишу, и сразу два чувачка начинают как-то, не знаю, вот, делать какую-то тактику непонятную, вместе шевелиться. И поэтому получается такой раскардаш на этой битве. Так, давай, давай, хорошо. О, ай, блин, не, и вот как-то так. Значит, мы почти выиграли, ребят. Значит, все-таки там был счет 3-5, как бы довольно-таки очень интересно. Тут, смотри, уже три мячика, очень довольно-таки классно все выглядит. Игрушка прикольная, значит, на этом все. Подписывайтесь на канал, любите видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.